пухла. Сейчас я тебя познакомлю с этой, с Мариной Порше Каен. Илиной Камере. Короче, будешь у нее водителем работать. За 30. Пал. Деньги небольшие, но, блин, смотри, какая тачка. Просто знаю одно, что слышишь, говорю, пухла. Если нормально будешь к ее тачке относиться, можешь и на премию нарваться. Понял? Все, даже если делать нечего, то есть она куда-нибудь уходит, ты просто, ну, бери там панель, протирай, понял? Там что-нибудь стекла протирай, понял? Ну все, давай, иди начисти выхлопную трубу. Да не ей, машине! Это кто? Это Макс Пухлый. Он тебя будет возить. Ты просил у тебя водителя, да, недорогого? Вот. И что, нормально? Ну так все, зубы не любят чистить, иногда голубей пускают. Подожди, мне звонят сейчас. Ты кто какой? Сейчас я отвечу. Я что-то сейчас не поняла, где моя еда? А что ты у меня спрашиваешь? Пухлый, ты брал? Ну не брал. Да пошли нафиг отсюда! Пошли нахрен отсюда, оба! Пухлый, ты в натуре мудак! Ну, что ты, блядь, не ешь? Идиот! Ты в натуре мудила, блядь!